Так. Ответочка Зураву. Смогу ли я сделать планку больше, чем он? Так, напомню, что у нас Зурчик сделал планку за 4 минутки. Я всегда стою одну всего лишь. Так что посмотрим, сколько я простою. Хотя Зурчик сказал, что я простою 6 минут, но нет. Так, сначала выберем музычку. И поставим секундомер.
4:20. Моя задача была... Моя задача была победить тебя, Зуравчик. Все просто. Если бы ты простояла 6 минут, то я бы простояла 6:20. Так что можно с тобой запустить челлендж, и в конце концов мы будем с тобой в планке стоять, не знаю, по минут 20, наверное. Хотя, кстати, рекорд — это 8 часов. 8 часов в планке. Так что... Глядишь, поставим новые рекорды. Ой, все.